можешь звать меня бригадиром. Потому что ты все норовишь поручить мне что-то. Я так и понял. Группа наемников совершает преступления по всему городу. Скажи-ка, а эти наемники, случайно, не твои наемники? Нет. Я знаю только, что им отлично платят за работу, пока ты их не остановишь. А тебе-то что? Буду наблюдать, изучать. Привет, МДЖ, ты мне звонила. Как ты там? Да, я просматриваю записи от Скорба. Слушай, это совершенно не в тему, но помнишь, как мы ездили на Стейтен-Айленд с Гарри? Чтобы найти лучшую пиццу в городе, как такое забыть? Колесили 10 часов ради подгоревших тостов с холодным сыром. Что-то в этих старых папках о Скорбе напомнило мне о тех днях. Гарри был так доволен поездкой на пароме. В те времена все было гораздо проще. Никакой работы, никаких суперзлодеев. Мы могли потратить целый день на поиски дрянной пиццы, если захотелось. А сейчас, кажется, если мы вздремнем, мир сразу развалится. Это точно. Но то, что мы делаем, пытаясь не дать миру развалиться, это ради того, чтобы другие ребята могли безмятежно исследовать бистро на Стейтен-Айленде. Круг жизни. Круг дрянной пиццы. Да, ты прав. Отличная точка зрения. Спасибо, Пит. Человек-паук, ты готов помочь? Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Возможно, я найду следы отравы. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. А ты лидерная последовательность. Многообещающая. CPF-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения. След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. След ведет к тому зданию. След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Мрачновато. Надо как-то включить свет. Да будет свет. О, здесь был плацдарм Отто. Побег из тюрьмы – идеальная маскировка для проникновения. Мартин Ли. Совсем не тот человек, которого я знал в пире. Похоже, Отто и Ли многое связывает. Как давно они знают друг друга? Отто записывал послание для команды. О, Мартин. Когда я впервые понял, что это ты нападал на Осборна, то был шокирован и опечален. Но когда ситуация стала развиваться, у меня появилась мысль. Мартин, ты сделал смелый шаг, о котором я всегда мечтал, и сделал его не колеблясь. Я горжусь тем, что мы теперь вместе боремся за справедливость.
Отто движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает. Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману. Норман. Мне кажется, что я вижу его лицо повсюду. Он улыбается перед камерами, получает комплименты и давит мне сапогом на горло. Почему никто не видит его эгоизма, его беспечности, его злобы? Если бы они только увидели Нормана, которого знаю я, человека под маской. Отто искал слабые места в технике Соболя. Носорог. Мой второй любимый русский. Алексей, я много лет слежу за твоей карьерой. Мир считает тебя идиотом, а я вижу воина сердцем поэта. Я знаю, что ты жаждешь освободиться от костюма, в котором заперт. Помоги мне достичь моих целей, и ты обретешь свободу. Отто создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет, а Отто смог за несколько дней. МакГарган, он же Скорпион, он же псих-психованный. Признаюсь в подобном, мистер Гарден, но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям, но после операции с водохранилищем ваши финансовые обязательства тоже будут ликвидированы. Вот так Тавиус умеет убеждать. Похоже, док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. Стервятник. Я бился с ним чаще, чем с любым другим. Какая горькая ирония, Эдриан. Твои чудесные крылья сотворили такой ужас с твоим телом. К счастью, теперь ты работаешь на меня. Когда мы закончим, мой метод непременно исцелит тебя. Ты еще не скоро покинешь наш мир, друг мой. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Электро. Всегда под напряжением. Главная мечта Электро — стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия? Но погрузившись в эту тему, я нашел способ достичь того, чего мы оба желаем. Обещаю, когда мы закончим, ты станешь чистой энергией или столь близким к ней, что разница будет несущественной. А это еще что? Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? Ультрафиолет. Ха, ничего. Надо как-то включить эту лампу. Вот так. Скрытые метки.
Отто поручил злодеям уничтожить имущество Оскорб. Он пытается по кирпичикам разобрать империю Нормана. Почему стервятник на Таймс-сквер? Нужно быть начеку. Электро занимается электростанциями. Логично. Носорогу поручены объекты на побережье. На какой он нападет? И почему? Скорпион отравит воду в водохранилище. Оно тоже принадлежит Оскорб. Ли занимается средством от дыхания дьявола с помощью какого-то Икара. Последний этап – прямое нападение на Оскорб. И, скорее всего, на Нормана. Икар! Вот оно! Человек-паук, мы не представлены должным образом. Я... Отто Октавиус. Никакого Икара нет! Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? Подкинуть? Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! Ребят! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да-да! Послушай! Ли охотится за вакциной! Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я подняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, до связи, МДЖ! Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Командная работа – волшебная штука! Позволяет достичь невозможных целей, например, убить Человека-паука! Ты почти согрел мне душу, Электро! Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Эс, твой выход! Привет, Эдриан! Это я, Человек-паук! А за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток! Наша долгая вражда закончится сегодня! Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. В следующий раз все! Сейчас! Я быстро! Человек-паук! Я должен сломать тебя! Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться! Почти! Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Удивительно, чего можно добиться командной работой, правда? Энергия молодости и мудрость опыта! Идеальное сочетание! Как кошка с собакой! Ну да! Кажется, вы неправильно оценили ситуацию.
один готов, остался еще один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10? 20? Слишком много всего! Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. Ох, который час. О, черт! Надо связаться с Юрием. Юрий. Стерветник и Электро, все. Остались четверо. Я видела. А еще я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стерветник и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона — очистные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план.